Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. С каждым новым сезоном спортивный стиль становится все более популярным. В него влюбляются не только молодые, но и возрастные женщины. Ведь подобранная стильная одежда предполагает в гардеробе максимально простых и удобных вещей из мягких тканей. Это помогает каждой даме чувствовать себя комфортно в любой ситуации на протяжении всего дня. Спортивный стиль для женщин 50 лет – прекрасная идея. Однако в этом возрасте стоит особенно щепетильно отнестись к выбору тех или иных вещей в свой гардероб. Спортивный стиль – довольно популярное направление, к которому все больше и больше женщин приобщается. Конечно, неспроста. Ведь данный стиль очень удобный. Кроме того, он позволяет подчеркнуть собственный индивидуальный вкус и уникальность. Если вы думаете, что этот стиль скромен и не может похвастаться многообразием, откиньте эту мысль, ведь на самом деле он может похвастаться самыми разнообразными видами. Городской, спортивный стиль, милитари, стиль сафари, джинсовый стиль и, конечно же, стиль casual. Многие модницы настаивают на том, что спортивный стиль – это яркие ткани и флуоресцентные оттенки. Однако, если это не ваш конек, играйте с более нейтральными тонами, а в то время как обувь и аксессуары можно выбрать яркими. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!